Всем привет, с вами на канале Мэри Вещ. И сегодня мы будем делать лошадку. Вот ты. О. Ну, а сзади деревяшка. Мне нужны ножницы. Ну, или ручку можно взять. Ну, почему рассказываю? Я сдираю пленку. Ну, вот. Я пленку сдираю. О, отцепилась. Я. Вот здесь еще надо отцепить. Я знаю. О, а вот здесь и инструкция нашлась. И какой-то номер. Наждачка. Кто? Это наждачка. Что здесь есть? Здесь есть части лошади. Это единорог, по-моему. Или то, что... Нет, это лошадка. Вот смотри, у нее голова. Ты видишь лошадки голова? Вот. Да, а вот еще голова, видишь, смотри, вот это вот голова, да? Угу. А вот это что это такое? А это я сама не знаю. Это же наждачка. Это наждачка нам понадобится, когда ты будешь собирать, и вот острые какие-то края, наждачка немножко может быть подчистить. И вот такая вот инструкция. Вот рог. Ага, и каждая деталька подписана под номерком, и теперь это все надо будет собирать. Это будет непросто. Это будет непросто. Ну давай, поехали. Поехали. Вообще-то это единорог, вот рог. А, так это не просто лошадка, это еще и единорог. Вот, вот рог. Ага. Вот в чем дело. Даже на коробке был нарисован рог. Слушай, эту лошадку надо будет не только собрать. Тебе же надо будет еще и раскрасить. Да. Краски у меня есть. Краски у тебя есть. Это первая краска, тоже в коробке. Ну-ка, чуть-чуть поближе вот так. О. Это у тебя какие-то краски такие интересные. Желтая краска. Подожди, сейчас. Ну, что-то он не может. Не получается. Сфокусироваться или как? Не получается, да. О. Вот так? Сфокусировался? Ну, похоже, да. Все. Так, вот такая красота. Вот инструкция. Инструкция. Наждачка нам пока не надо. Давай пока разберемся с деталями. Я так понимаю, что это тоже голова. Здесь немного голов. Вынимать. Давай вынимать детальки. Пап, ты можешь пока что у второй. Первым делом. Смотри, первый этап это голову. Как раз нам первым делом понадобится голову. Вот я уже одну головку достала. Там тоже есть головы. Так, а еще? Да, вот еще голову. Как ты достаешь? А, вот так вот. Если сюда толкать, то легко достается. А если сюда толкать, то не так легко, да? Так. Вот еще какая-то голова. Вот видишь, она вверх. А, нет, тоже толкается. Вверх тоже толкается. Это у нас такой челлендж. Челлендж. Собери лошадь. Рогатую. Рогатая лошадь. Не рогатую лошадь, а единорога. О, единорог, да. Ну или там самолет собери. Да. Я Стефану отдала еще одну коробку. Какая-то вот есть игрушка. 3D пазл называется, да? Wonderful World of 3D. Пейнтинг пазл. Пазл это пазл. А, да, типа пазл. Типа пазл собираем, да? Угу. Только это не просто пазл, это 3D пазл. Еще и деревянный. Да, еще и деревянный. Я ноги здесь достаю. Ты ноги достаешь. Давай как сначала это? С головами разберемся. Смотри, тут первый пункт инструкции. Помнишь первый пункт инструкции? В нем написано. Что написано? Первый пункт. Сначала головы. Так, а это у нас я не понимаю, как детали. Соединять. Я тоже ничего не понимаю.
Нам нужна голова, которая с рогом. Рог. И голова, которая без рогов. Вот они. Ага. И головы. Вот они. Давай соберем все головы. Сколько тут штук должно быть? Их должно быть 1, 2, 3, 4, 5 штучек должно быть. А сколько у нас? 1, 2, 3, 4, 5. Есть 5 штучек. Да. А где 5? Ну вот же их. Вот. Одна с рогом. Две вот такие и две вот такие. Две с глазами. Смотри. А ну на инструкцию смотри. Глазами. Так. С глазами где они? Вот первая с глазиком нашла. Первая с глазиком. Это те, которые по краям. Значит, по краям с глазиком. Сюда без глазика. Так. А потом с рогом посередине. И с рогом посередине. Третья вот так с рогом. Дальше вот это, я так понимаю. Так. Ну и потом и это. На эту сторону все то же самое, только наоборот. Может, она доставает эти штуки, которые... Ну да, вот, они видишь, там нужны? Просунуты. И вот как да. Эта деревяшка еще нужна. Да, да. А ну-ка посмотри, что нам еще, какая нам деталька еще нужна. Вот. А, вот которая называется V9. B9, похоже. B9, а какая же... Это они латинские ведь... буквы. Здесь на деревяшках они не подписаны, на инструкции они подписаны. У механического свитка были там 4-5 ага, сделаны. А эти штучки не подписаны. Как же мы теперь найдем? Там еще есть штучки. Как же мы найдем ту детальку, которая нам нужна? О, смотри, это А1. Ну, это на инструкции. Б3. Она подписана, А1. А еще есть что высунуть? Все, я здесь высуну. Ну как же нам найти эту детальку, которая называется V9? B9. Вот. Это B9, латинский. Да. Латинские буквы, да? Ну я так думаю. Вероятно. Но она похожа, как будто бы это просто квадратик. Просто квадратик и нет. Все. И больше ничего. Я ручку проламываю. О, да, подходит, смотри. Смотри, это просто квадратик. И вот он сюда просто подходит. А ну-ка. Круто. Вот он просто квадратик. А ну-ка давай мне детальки по очереди. Сначала без глазика головы. Головы без глазиков. Давай, это, голову без это глазика. Подходит? Без глазика, да, давай. Надевай. Теперь вторую голову без глазика. Так, вот. Так, пожалуйста. Голова без глазика. Так, ну, это с другой стороны. Так, теперь на первую сторону голова с глазиком. Голова с глазиком. И на другую сторону голова с глазиком еще одна. Вот уже пол лошади собрано. Да, аж целая голова. И даже еще шея. Ну вот я же почему говорю пол лошади. Интересно. Так. Это 2. А что же у нас будет тогда следующим пунктом? Это 2. Нужны ноги. Ноги? Ну давай. Нога. Нога, что там еще? Кусок тела. Не надо. По-английски написано, ничего не понятно. По-английски написано. Проклеить вообще не нарисовано. Значит, будем догадываться, как это все собирать. Надо еще где-то ногу взять. Ноги. Точнее. Вот надо сначала все высунуть, а потом уже... О, я хвост, похоже, нашла. Нет, 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 не спеши вынимать. Знаешь почему? Я понял, как нужно догадываться. Вот. Потому что вот делаешь. Детальки нарисованы на плане. Видишь, они нарисованы на плане. И можем взять план, вот так положить и увидеть, где она, эта деталька. Ну вот еще это похоже. Значит, какие нам нужны детальки? Нам нужна V10. А о! V10 где-то, вот она V10. Это B10. Вот B10, да. Это вот эта вот такая деталька. Я покажу себе пору. Так. И вот такие вот маленькие детальки. Вот эта вот деталь, которая называется B14. Вот такие вот детальки. Вот это. И вот это, и вот это. Да, точно. Это она. Вот это. О! Немножко на пароход какой-то похожий или на город. И вот это, да. 3 штучки.
Раз, два, три. Да, три детали. Ага. А теперь что? Соединить как-то надо. Интересно, сможет этот конь шевелить ногами или нет? Я сама не знаю. А, я уже понял. Мне кажется, что шевелить ногами он не сможет. Потому что здесь маленькие дырочки. Это пусть механический цветок танцует. Потому что они плоские, вот эти вот дырочки. Если мы сюда вставим что-нибудь вот так, то крутиться она не будет. Она же должна быть дырочкой, чтобы она крутилась. Ну, я так думаю. Ну, посмотрим, что у нас получится. Что здесь? А, вот еще какая-то есть деталь. Какая была? Нам надо. Так. Раз, два, три. Вот эта вот деталь, она названа, как она названа? Не могу понять, как она B8. B8, где она B8? Так, вот она ж нам и нужна. Вот она с краю, на плане она. Вот можно она, мне? Можно мне? Давай, доставай. Я люблю теперь доставать. Может, ее вверх надо доставать? Вверх как-то легче достается, да? Мне вниз легче. Легче? О, есть. Есть. Так, еще одна нога. Во. Все ноги. Так, вот это надо вытащить. А сколько нам нужно? Туловище нам нужно две штучки. Две штучки. Ну вот да, вторая. Давай вынимать из дырочек вот где? Эти вот. А где эта палочка? Штучки, которые нам не нужны. Два туловища. Я вижу одно туловище и второе туловище. А у меня нога. Вот у меня нога. Ну или копыта. Ну копыта вообще вот. Это наждачка типа. Нужно вот так. О! Вытащила! Два остреньких углов, да, вот так вот. Чик-чик-чик. А мою ножку? Да. Вот так как-то? Как-то так, да. Ой. Все. Это шея. Это шея, которая как-то там потом сюда должна вставляться. Угу. Вот этот острый угол. Вот что должно получиться. Между ними должна быть какая-то вот эта штука. Вот, вот что должно. Так, вот это у нас деталь, пока нам не нужна. Вот так. Это, вот это. А возьми вот пока что два туловища. Вот, с кругленьким, смотри, посерединке. Да, и это посерединке, а значит, вот это. Вот это вот сюда. Чик. О, оделась. Теперь вот эта деталька. Ну ясно, одна сюда, одна сюда. А, нет, смотри, на инструкции она нарисована. Вот так вот рожками вверх. А это рожками вниз. Вот так. И вот это рожками вниз. А, они одинаковые вот эти вот две. Вот видишь, все по-разному. Ага, вот она, с двумя рожками, да. И она рожками вверх. Вот таким вот образом она одевается. По инструкции. А как же вот это навстречу? Ничего не понимаю. Я сама ничего не понимаю. О! Вот так. И вот здесь. Оп. Вот так. Разобрались. И вот так. Так. Теперь нужно как-то ноги. Так. Будем с ногами разбираться. Ух ты! Смотри, одна по... Правильно все делаем. Одна нога побольше, одна поменьше. Да, наверное же, это передние ноги. А есть еще и задние ноги. Вот да? Так это. Я думаю, что... Я вижу, что передняя нога должна быть Какая-то тоненькой. Вот такая вот деталька. Смотри, видишь, посерединке. Это вот сюда получается, да? Смотри-ка. Ну, да. А это сюда не подходит. Видишь, смотри, вот это сюда подходит. А вот это подходит. У меня будильник на 2 часа стоит, чтобы уроки делать. Ну, конец. Так.
эта нога подходит вот сюда. Может, их надо приклеивать? Я вот не могу понять. Приклеить там ничего да, не потому, написано. Что они так болтаются. Может, так и будет ходить лошадка. Все болтается. Она не плотно. И падает. Ну да, они не плотненько одеваются, они просто болтаются. И падают. И падают. Она бам. Стоит будет. О, она стоит без задней ноги даже. Бам. Это невозможно. Что это? Ой. Все. Ничего, я кашлять начала. Ой, она не в ту сторону. Не могу понять, как это все. Неужели это все надо склеивать? Все упало. Не знаю, что с этим делать дальше. Ну давай клей тащи. Клей, ты думаешь, это надо склеивать? Нет, подожди. Вот смотри, вот эти штучки, это бока. Вот один бок, а вот второй бок. Один бок я вытащила. Давай, доставай. Фрекен бок. Серединку. Я вытащила. Сейчас достану. Чик. Молодец. Так. Серединка вот сюда. Похоже, ты все-таки понял, как это делать, да? Ну, я понял, но просто мне как бы не совсем понятно, что все болтается. Это все надо склеивать, что ли, получается, или как? Вот что мне непонятно. Мне непонятно, что это. А вот эта штучка пригодится? Она просто не держится. Вот она свободно одевается. Я думал, что она будет плотненько одеваться, а она одевается очень даже свободненько. А ничего себе, я эту штуку достала. Ну, достала, достала, молодец. Ой. И что же с ней дальше делать? А, я понял, просто все неправильно. Просто все неправильно. Что у нас неправильно? Что вот это вот надо надевать дальше. Вот это вот, наверное. Я еще одну штуку достала. До самого конца. И вот здесь, до самого конца. И тогда нога оденется. О, а я в третий. А я в третий пункт не зашла. И теперь. Пап, смотри, я зашла в третий животик, пункт. Животик. Вот. Мы оденем вот сюда. Пап, смотри. Вот, и теперь он не выпадает. Вот. А это куда? Сходится. Это сходится? Уже. Это уже третий пункт. А ну-ка дай ко мне ее. Это третий дай, пункт. Дай мне ее. Куда она? Сходится? Опять. Вот, вот может, здесь, вот опять здесь. Я что-то неправильно делаю. Вот. Все, я понял. К задней ноге. Да, вот так, вот так. Вот так вот это все должно быть. Но это уже третий пункт. Я зашла на смотри, третий пункт. Вот это все куда одевается. И будет стоять нормально. И тогда она будет стоять и не падать. И у нас есть еще детальки. О! Ноги! Смотри, есть одна нога. Есть одна нога. Что такое? Маша, ты не кашляла. Видео снимать, а ты раскашлялась. До этого не кашляла, а теперь кашляешь. Почему? В чем дело? Я болею. Да не болеешь ты. Ты только что не кашляла. Так. Так. А вот эта вот деталька, смотри, Б-13. Вот она, доставай. Ура! Теперь я все достаю. Есть. А еще одна есть молодец. Такая? Смотри-ка, смотри-ка. Нет, больше нет. Это хвост, А9. Наверное. Детальку А9 можешь мне найти? Так, вот. Бачок сюда, а вот следующая деталька должна быть
А9. Вот такая вот. Видишь, А9. А9. Подожди, я где-то уже кричала А9. Только с другой стороны. Вот А9. Ну, которая вот, это она, да? Да. Ну вот, а 9, а 9. Точно, точно. Их две штуки просто, да? Угу. Есть. Смотри-ка, у нас уже даже не пол лошади, у нас лошадь без головы. И лошадь. Ну почему-то она качается. Я вот этого не могу понять. Может, я как-то не на. Нет, она стоит. Ну, стоит, но она же качается. Она как будто спать ложится. Может, уже немножко. Я перепутал местами ноги. А это вполне возможно. Это вполне возможно. Я думаю, что я перепутал местами ноги. Ведь здесь все предусмотрено. Тут все по своим местам. Все да. На свое место поставьте. А ну вот эту ногу сюда поставлю, а это сюда. Как она будет? Попробуем, а ну. Все равно вот, будет качаться. Смотри. И уже. Почти меньше, не качается. Меньше. У нас лошадь свой хвостик потеряла. Угу. Лошадь же свой хвост прицепит. Я хвост хочу прицепить. Я не могу понять, но мне хочется, чтобы она не качалась. Ну зачем? А что для этого надо сделать? Зачем? Эти ноги переставить. Ну, я так думаю, что тут все продумано. Я так думаю, что тут все продумано. Кто потерял хвост? Так, эту я переставлю сюда назад. А теперь вот эту поменяю с этой. И что у нас тогда получится? Вот эту сюда, а вот эту назад сюда. И что у нас получится? Ну-ка. Вообще это поставил задом наперед. Так, повнимательнее. Ноги задом наперед поставил. Я же запела как-то. Нет. Нет, так стало хуже. Я видела, что он вот эта нога поднялась, вот эта нога поднялась. Да. Так стало хуже, значит, все я ставлю назад. Кто потерял хвост? И теперь вот эту с этой. Назад поменяю. Так лучше будет. Так. Ну да, так получше. Так она почти не качается. Ну нам не важно качаться. Главное, чтобы стояла. Стоит. Она стоит. Хоть немножко нога передняя, я видела, получилось немножко. Так. И зафиксирую ноги вот такими вот крепежами. Чик. Чтоб они точно не падали. А то же кто-то поспешил и вперед. Не отпадали, да. А я в третий пункт залезла. И вот так. Прикольно, и я... Хвост. Хвост у нас же, вот во втором пункте мы уже должны были прицепить хвост. И прицепиться он должен... А то уже кто-то хвост потерял и голову свою. А куда же он должен цепляться и каким образом? Вот так что ли это должно быть? Ты бы Б7 не забыл? Да, вот это сюда. Ты бы Б7 не забыл? А вот это сюда. Что, Б7? И А15. Бассейн или Б7? Б7. Может, бассейн? Б7. Б7. Во. Вот какая-то штука. Б7. Вот это она, а есть еще какая-то. Их же две штуки должны быть. Б7 и А15. А15. Так давай мне. А15, вот. Вот. А какая? Вот смотри, они же две одинаковые. Видишь, одна и вторая. Они две одинаковые, только симметричные. Какая из них Б7, а какая из них А15? Можно показать? Да, я уже показал. Б7 и А15. Они одинаковые. Различите. Нет, отличия. Они симметричные. Угу. Вот сюда. Ну, поэтому они... И вот они сюда. По-разному называются. О! Смотри-ка, все получилось. Вот, смотри, у лошади появился хвост. Ура! Наконец-то! Хвостик. А вот это что это за Бэтмен? Куда Бэтмена поставить? Бэтмен. Я сейчас поищу этого Бэтмена.
Бэтмена. Куда ставить? Вот, Бэтмена? Это А6. А6, А6. И где он? А6. Вот, смотри, А6. А, это уши. Это в планете. А6, это уши. А почему он только на четвертом? Не знаю. В самую последнюю очередь его надо ставить. Так, ну давай сейчас поставим. Сейчас? Нет, ой, давай не спеши. Давай, подожди. Давай. А уже у лошади сторона глаз. С глазом отвалилась. Отвести для Бэтмена, чтобы голова не распадалась. Уши. Давай. Прицепим уши. В общем, этот Бэтмен, это уши. Или джойстик. Нет, это подожди, еще... это вот так должно. Как это? Это вверх? Вот так. Перевернутый джойстик. А, вот так вот. Вот так. Поняшка. Так, это уши, оказывается. Смешно. Рожки. Три рога. О, когда... это как-то... Так, вот какие? Так! Ладно, все, голова не распадается. Какие у нас детали остались? У нас остались раз, два, три. Так. Детальки. Всего лишь три детальки у нас осталось. Слушай, у нас уже почти готов конь. Я посмотрю, как вот это называется. В2. Б2. Так, Б2. А тут уже не осталось деталек никаких, да? Нет. Все? Я проверила, все вычистила наружу. Так, деталек не осталось никаких. А вот это откуда? Это вот деталька, она... Вот похоже. Угу. Это B9 похоже. Вот отсюда. Какая-то деталька. Ага, вот. Эта штучка, она просто делает спинку. Чик вот сюда ее. И появляется спинка. А вот эта штучка... Вот здесь, вот. Ты уже в четвертый план залез. Четвертый, да. Ушки, то понятно. Мы уже прицепили ушки. Это понятно. Так, а это что у нас? Я уже забыла. Где-то в плане Б. Найду. А что вот это за деталька? Блин, какая деталька. Куда же? Подожди, ее? Дай я посмотрю. А, да, вот сюда ее. Смотри, вот сюда. Она сверху вот тут одевается, да? Она на плане. Где она? На плане. На плане она есть? Опа, смотри, ты правильно сделал. А8. А8, правильно. А вот эту детальку я не могу понять, куда девать. Которая с тремя зубчиками. Может, она во втором? А, вот А9. Это А9, но это же не такая. А Б9 я хочу найти. А вот смотри, Б11 деталька. Видишь, это Б11 с тремя зубчиками. А Б9 что тогда? Б9, где Б9? Это что ли Б9? Да, наверное, да. Не, вот Б9, мы ее уже поставили. Эту мы уже поставили. А где она по счету? А8. Поставили. Вот эта деталька. А, вот B9, вот. Да, это когда голова еще одевается. Мы ее уже поставили. В самом начале. Вот эту вот детальку никак не понять, куда же ее ставить. И даже B11, куда найти ее на плане. О! Я нашла! Вот она же. Мы забыли. Мы забыли про план 1. На самом первом плане и прямо к голове, когда еще в самом первом пункте. Я нашла. Сначала ушки снять, чтобы тут немножко легче одевалось. Нет, не помогло? Не помогло, похоже. И вот это, и вот эта деталь, вот, все отсюда. Вот отсюда, а вот это вот отсюда. Вот они, красавицы. Мы забыли про две детальки в первом плане. Так, и уши. Мы летим вперед. Почему-то ушки написано одевать в самое последнее место. На четвертом месте. Не знаю. Ну хорошо, а вот теперь что?
Ухи. Вот сюда. Ухи ты не забыл прицепить? Ухи написано в самый последний момент цепить. Видишь, вот они, самые последние. Цеплять. Так. А я вижу, что здесь... Есть! Оделась. А я вижу, что здесь сначала прицепили ухи, а потом уже вот это. Вот так. Ну, я уже одел. Смотри, голова уже есть. Теперь осталось последний момент. Последний торжественный момент. Мы одеваем вот уши. Это? Уши, это почти как корона. Корона. Одеваем уши. Там. Самый торжественный, последняя деталь в этой лошади. Последнюю деталь одеваем. Мяу. Есть. Все. Лошадь собрана. И теперь можно ее немножко почистить наждачкой. Чтобы тут, видишь, есть какие-то шероховатости, такие какие-то заусенцы. Вот мы их сейчас чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И все будет красивенько. Красиво, чтобы нигде никаких... О, а вот она! Я ее даже здесь нашла. Я ее нашла на рисунке. У детей есть лошадка. Не видно. Красота. Ну что, тебе нравится эта лошадь? Да. Хотелось ее как-то раскрасить. У нее какой-то рот странный. Смотри. Смотри, какой. И как будто губа висит. Да? А здесь так и нарисовано. Ну да. Вот. Розовая уже раскрашенная. Такая вот. Как будто ротик у нее есть. Ротик у нее типа открытый. Как будто она хочет травку кушать. Дайте мне покушать травки. Да. На травку. Дайте мне покушать. О, вот травка. А, вот ее травка. Это ж лошадиная травка, это будет. Типа вот эта лошадиная травка. Как она кушает? О, вот еще. А как лошади вообще кушают? Машка, как кушают лошади? Шею нагибают и прям к траве. Нагибается. Но наша лошадь не умеет нагибать шею, поэтому она вот так вот. Бим, бим, бим. Ну как-то вот так, типа. Да, у них нагибается шея. Так. Осталось ее только раскрасить. Мы это тоже видео будем делать. Ну конечно. Кисочка тоже в наборе была. Так. А краски это были в наборе? Да. И краски были в наборе? Вот, смотри. Ну, показывай, где краски. Вот, такая же там надпись. Такая же там надпись радужная. Вот. Вот. Такая же там надпись, как где? Как вот здесь. Да? Ну, вот здесь, покажи. Вот. Ну, вот такая. Не видно. Вот такая надпись там тоже была. Вот такая. Такая надпись, и такая точно надпись есть на баночке с краской. А какого цвета у нас есть краски? Белый, желтый. Синий. Какой черный. Синий. Красный. Какой? Черный? Черный, красный. Желтый, синий. Черный, красный. Слушай, как понять, какой... Color. Маш, ты тоже и по-английски читать немножко умеешь, да? Ну, мы учили там, как будет колер это. Да, колер. О, слушай, колер это похоже как по-украински, да? По-украински как будет? Я выбила черный цвет, а он смотри, как выбился. Как будет карандаш по-английски? Pencil. А как будет цветной карандаш? Цветной карандаш. Наверное, будет color pencil, да? Наверное. А как будет по-украински цветной карандаш? Кольоровый олівець. И слово кольоровый похоже на английское color, да? Color. Rainbow. У меня rainbow здесь. Кольоровая веселка. По-украински кольоровая веселка, да? Або просто веселка. А по-английски будет... Rainbow. А цветной? Цветная? Color rainbow. Наверное, так, да. В общем, слово цветной похоже на английском и на украинском похоже.
Color. По-английски, да. Color. И кольоровый по-украински, похоже. Три. Так, ну что, я ее немножко так почистил. У меня есть. У нее тут все хорошо. Даже рог у нее не царапается. Такой хороший, приятный на ощупь. А знаешь, в каком-то мультике у единорогов рога были очень острые. Острые, да. В каком-то мультике. Так, а нам, чтобы красочка хорошо вложилась, надо, чтобы не было никаких шероховатостей. Вот так вот. Вот теперь я понимаю. А Стефан говорил, что какие-то это наборы, чтобы там красить. Так. Вот. А вот и тут для... еще торчалочки какие-то. Сейчас я вот эти вот тут еще торчит. Все почищу. Почищу все, чтобы у нас тут было хорошо. Так, вот тут еще грива. О, грива, грива у нас. Никаких шероховатых. Грива, грива. Грива, грива. Ровно грива. У нас здесь семья гномиков стоит. Да, красивая семья гномиков у нас стоит. Это какая-то вот они все такие рождественские, прямо такие, да? Да. Сердечко. О, он машет. Всем привет. Подписчики, привет. От гномика вам привет. Это близко, ну-ка вот так красиво, да. Привет. И лошадь вам привет. Ну что, продолжаем. У нас есть кисточка. А ну-ка вот тут вот я еще никак не остановлюсь. Я чищу, чтобы было все супер классно. Надо остановиться. Все, чтобы было по номеру. Хватит. Да, все, хватит. Все, а то сейчас уже кисточка начнет чистить. Хорошо. Так, давай, знаешь, что мы сделаем? Нам нужна какая-нибудь, чтобы стол не запачкать. Пленка. Пленка? У меня еще была какая-то подстилка, но я не знаю уже, где ее искать. Я тебе сейчас все дам. Я пока что здесь поищу. Я тебе просто дам бумажку. Или две бумажки. У меня есть бумага. Чистая с одной стороны, да? Да. Давай. У меня много чистых листов бумаги. Так, это у меня задание. Вот у нас есть бумага, с одной стороны чистая, использованная в принтере, с одной стороны, а с другой стороны чистая. И она нам как раз идеально подходит. Кисточка. Мы можем даже, знаешь, что сделать? Что? Мы можем, чтобы эта бумажка не ерзала, мы можем прилепить ее скотчем. Только односторонним. Да. А вон ножницы как раз пригодились. Ножницы, идите сюда. На, тебе нравится. Прилетели мои ножницы. А знаешь еще это сложность. Еще это что? Сложно найти край скотча. А, это самый трудный челлендж. Он всегда происходит. Это все время происходит. Все время происходит. А у меня же был синий. Как найти? А у меня же, по-моему, был синий скотч. У меня был синий скотч. Подписчики, расскажите, как вы справляетесь с этим? Как вы справляетесь я с тем, сама что не могу справиться. У вас нет края скотча, и как вы его находите? А ну, расскажите. А еще как вы можете сделать спиннер из ножниц? О, у тебя спиннер из ножниц. Это легко, просто возьмешь вот эту. А ну, вот сюда. Давай здесь сделаем спиннер из ножниц. А я, кстати, могла на спиннере крутить мою куклу. Это ножничный спиннер. А он может быстрее так? А где твой настоящий спиннер? Ну, обычный спиннер. Он далеко где-то, да? Ну, да. Ладно. В общем, я не могу вот в этом скотче найти край. А, есть. Все, я сделал, да. Ура! Отрезай. Спиннер. Останавливайся. Чик. Все, бумажка теперь никуда не уползет. Вот здесь она уползет. Давай, отрезай. Вот здесь, да? Чик. Вот так. А здесь? Еще. Отрезай. В общем, открываем желтую краску. Какую-то и напоследок еще белую открой.
Открываем. Чик. Желтенько. И чтоб не испачкать, мы... И беленькая. Скоро уже краску придется менять. Точнее, воду. Я уже слова путаю. Кисточку назвала краской. Воду назвала тоже краской. Это прям как Неку называла все сундуком. Мне надо воду. Так, смотри, что я тебе сделаю сейчас. Белую. Уже воду менять. Берем белую. Вот тебе белая. Сюда. В палитру. Красный еще цвет добавь. Вот тебе палитра. Вот тебе белый на палитре. Теперь берем красный. Добавляем его в палитру. Оп, вот тебе красный. Круто! Чик. Синий еще чик. Можно добавить. Вдруг еще какой-то цвет. Ну, хотя бы. Теперь берем синий. А желтый? Будет? Все будет. Все сейчас будет. Берем синий. У нас на салфетке как будто кофе. Красный цвет? Да. Ну, красный цвет, да. Красный цвет какой-то точно похож на кровь. Синий. И теперь берем желтый. Желтый цвет солнца. Желтый. Вот так. Я хочу прямо сейчас его уже немножко подкрасить. Рог? Да. Рог, еле на рог. С чего начинать, а чем надо начинать? Может, надо начинать не с деталей, а с общих каких-то цветов. А рог это в последнюю очередь надо красить. Он же самый простой, его потом его всегда успеешь подкрасить. Вот, поэтому начинать надо с деталей. И мне нужна уже другая кисточка. Мне уже нужна другая кисточка. Уже грязная? Да. Вот, уже чистая. О, спасибо. Сейчас я тебе водичку поменяю. Давай, начинай что-нибудь красить. А как? Ну, пальцем. У них есть весь белый, смешается. А, надо еще. А у меня... Так, беленький. Сюда, ко мне. У меня воды нет. О, прям 2 стакана пришло. Так, смешивай посередине. Возьми вот сюда. И посерединке смешивай. Берешь и посерединке добавляешь сюда, вот. Теперь добавляешь сюда красного. И все, и смешиваешь. Вот, можно прямо так, как палочкой даже. А у меня палочка вот. Вот, а потом кисточкой наносить, да. Ну, кисточкой лучше, конечно же, смешивается. Палочкой можно просто добавить сюда белый и красный. И потом уже кисточкой пока мешать, пока. Смотри, какая красивая тряпочка получается. Разноцветная красивая тряпочка. Уже какой-то у нас дизайн получается. Ну что, получается розовый. Это красно-белый. Что он получился? Ну то вот он розовый получился. Ну что, можно красить? Я еще не знаю, какой хвост будет. Давай мы баночки уберем, чтобы они тебе не мешали. В сторонку.
А они стоят прям как консервные банки. Угу. Так, баночки. Так, все. Я осторожно все делаю. Осторожненько, да. Ушки тоже будут розовые. Еще главное не забыть про мой фиолетовый цвет. Ты можешь покрасить полностью в розовый цвет, а потом дать ему подсохнуть. И сверху на розовый уже наносить какие-то другие детали, подкрашивать другого цвета. Это полминуты надо ждать. Да, наверное. А сейчас можно в розовый покрасить полностью всего коня. Мне тут прям так кисточка танцует. Я уже до ножки дошла. Вот еще шейку надо подкрасить. О, вот здесь можно поделиться. Ты покрасишь сначала ноги. Сначала ноги покрась. И потом, чтобы осталось у тебя красить то, что легко достать, чтобы ты его красила кисточкой и не трогала. Он же будет весь покрашенный, и его нельзя будет трогать. А сейчас ты можешь взять в руку прямо и ноги покрасить. Прям вот так? Да, в руку взять и вот так покрасить его, да. Сейчас же он еще не весь. А, кстати, вот эта спинка еще, да, похожа на седло. Да, на седло. Сейчас ты можешь взять его в руку, крутить, вертеть, красить со всех сторон, изнутри и снаружи. Да, 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 и хорошенько растирать краску, чтобы она там без... И вот здесь. Без кусочка. И вот так. О, я вижу. Да, да, и ногу с другой стороны ты можешь, снутри и снаружи. Да, вот, вот, вот. У меня прям так танцует кисточка. Прикольно у меня танцует она. Угу. А знаешь, как обычно у меня происходит? Вот у тебя комочки какие-то, порастирать все надо. Возьми вот так вот поставь, чтобы она не качалась. Чуть-чуть опили. Руку опирай на стол. И вот и тут ножкой чуть-чуть, чтобы она не раскачивалась. Видишь, и вот тут хорошенько растирай вот так вот. Во всех уголочках везде достань. Раза три красочку. Вот так, вот так. А знаешь, как у меня обычно происходит? Держишь крепко? Держу. Вот тут вот достань везде, чтобы все во всех уголочках. Вот тут покрути, вот так, вот тут достань. Главное хвост не сломать еще. Так, вот тут. Раз начала. Да? Да. Вот так ее крути, голову полностью, всю ее, она у нас вся розовая будет, а потом мы ей... И рог даже розовый, и, ну, пока что. Можешь рог покрасить, да, можешь все покрасить. Так, хорошенько растирай. Вот, а потом сверху на розовое мы уже некоторые детали отдельно уже покрасим другим цветом. Может, ушки там или что мы там решим сделать другого цвета. Так, все, я... Так, ну что? Мы закончили. Закончили. Он уже высох. У нас есть розовый основной цвет. А теперь... А что же ты хочешь делать дальше? Я хочу как-то подкрасить друг... Так, кисточка у нас чистая? Не очень. Чуть-чуть ее надо помыть, да? Так, так, кисточка помыть. Так, и что же, каким ты цветом хочешь дальше? Можно синим. А что синим? Рог? Уши? Рог у меня будет золотым. Ага. А что будет синим? Грива? Синим я хочу. Давай гриву. Ну, давай гриву. Я хотела кончики гривы, ну ладно уже.
и подать. Хочешь только кончики гривы или всю гриву? Решила всю. Да, может тебе помогать? Давай. Ну давай. Вон много кисточек есть. У меня вот отсюда, с этой стороны сейчас. Держи за рог. Держи коня за рог. Так. Я еще даже эту сторону не закончила. Обычно у единорогов и других поняшек грива и рог одинакового цвета. Грива и рог одинакового цвета? Да. И тогда получается, что и рог нам тоже в синий цвет надо красить? Точнее, грива и хвост. А, грива и хвост. Грива и хвост. А ну-ка, разворачивай. Разворачивай. Вот, вот так, да, задом, задом. Сейчас я вот здесь достану кисточкой, чтобы все уголочки, все самые уголочки у нас были, да, достаты. Так, вот тут тоже достать. И вот тут. И вот тут. И еще разворачивай. А в камере, по-моему, немножко видно, что это фиолетовый. Да. А ну-ка еще разверни другим боком назад. Чтобы было у меня тут вот одинаково. Ага, как там я красил, так и тут, чтобы было одинаково, да? И за рог тоже держи. Ну, хорошо работать вдвоем. Один держит, другой красит. Тогда а то, когда я красила хвост, вообще как-то ровненько не получается. Сильно. Ровненько и красивенько получается. Так, теперь давай хвост. Все так же держим. И вот тут тоже. Я хочу тоже красить. Вот тут тоже держи. Так, а что мы еще было? Что мы покрасим гриву, да? Мы покрасим гриву. А я могу хвост. Покрасить рог. Точно. А рог у нас будет какого цвета? Рог золотого. Золотой. Ну, желтый, да? То есть у нас желтая краска будет, да, использоваться. Но похоже на золотой просто. Да, да. Будем думать, что это золото. Настоящее. Самое настоящее золото из копий царя Соломона. А ну-ка, разворачивай другую сторону. Так. Так. И с этой стороны. Ну-ка, давай-ка мне чуть-чуть сюда поудобнее, так, чтобы он был. Держи. Держишь? Так. Все у нас красиво. Рука твоя мне чуть-чуть мешает. Так. И вот так. И вот так. А может, у этого коня еще есть немножко, знаешь, как у коней бывает на ножках немножко гривки маленькие такие. Мы тут тоже такие сделаем. Вот тут маленькие такие. Чик-чик-чик-чик-чик. Будет так красивее. Синенького чуть-чуть. Ну вот это ж вот, знаешь, вот видишь, вот тут вот, вот это хвостик. Это что же у коней там есть? Такие маленькие гривки на ножках такие бывают, знаешь? И вот тут маленькая гривка на ножке внизу. А ну, с и с этой стороны. Давай с другой стороны. Так. Я коснулась, по-моему. Так. И вот тут маленькая гривка на ножке. Как-то уже сильно. Это маленькая
гривка. И вот тут маленькая гривка. Ух машине. Ты, эту гривку аж видно в камере. Видно, да. И смотри, по-моему, так красивее. Кажется. Ну, что-то в этом есть. Кажется. Нормально. Ну что? Последний. Как вот достать вот сюда вовнутрь, чтобы внутри тоже синенькая была? Можно тоненькой кисточкой. Тоненькой кисточкой. У меня вон сколько кисточек. Так. А эту кисточку надо помыть, да? Ага. Ну что, последние штрихи, последние штрихи. И наш конь будет готов. Ты синий. А я еще. А, давай, я синий буду заканчивать, а ты мой кисточку и готовь ее с желтым. Здесь, да? Ну, наверное, да. Не вот тут вот. Я уже, может, перфекционизмом занимаюсь. Уже что, чтобы сильно хорошо, прямо аж внутри тут все настать. О, почти промыла. Так. Перфекционизм. Это профессия такая? Нет, это когда человек хочет довести до совершенства, там где это не всегда обязательно. Вот. Ну, не знаю, обязательно или не обязательно, но, по-моему, так неплохо, когда грива прокрашена даже и внутри, вот тут вот. Вот она вся полностью прокрашена. От начала и до конца. Теперь остался у нас только рог. А может, рог тоже надо тоненькой кисточкой? Ну, не важно. Получится. Получится, да? Давай я буду теперь держать. Теперь я держу, а ты красишь. Так. Здесь уже никаких щелей нету. Да, здесь никаких щелей. Можно вот так вот аккуратненько. Так, волосы мешают. Та-дам. Yes! Все? А ну-ка посмотри, чтобы все вот идеально. Ну я перфекционист опять. Чтобы было идеально. Перфекционист это человек, который хочет, чтобы все было идеально. Ну-ка, все красиво. А ну-ка вот здесь, вот, вот здесь, вот тут еще чуть-чуть. Так. Ты совсем. Идеально. Ты совсем вот единорогом еще хотел, когда розовым красил. Да. Везде ты хотел просто идеально. Идеально. Ну что, рог у нас идеальный? А ну-ка, смотрим. Рог красавчик. И конь у нас красавчик. Единорог. Ну что, друзья, вам нравится наш единорог? Знаешь, еще я хочу что-то сделать. Что ты еще хочешь сделать? Ну, знаешь, бывают такие всякие рисунки. Точно. А какого цвета будут рисунки? Ну, у меня может здесь есть фиолетовый. А какая у нас есть самая тоненькая кисточка? Вот. И у нас тут есть фиолетовый, да? Только он уже подсох. Новые водички можно добавить. О, так нормально воды. Угу. Я макнул, но я не знаю, как рисовать. Ты не знаешь, как рисовать? Узоры, да? Да, я узоры. Тоже не знаю, как рисовать. Нигде рисовать. Я даже не могу представить себе. Может быть, вот так вот какую-то такую полосочку провести. Давай. Я боюсь прям испортить. До ноги. Можно. Я боюсь испортить. И с другой стороны можно. Мне кажется, что тут уже надо быть художником, когда рисовать узоры. Потом я рисую так просто вот. В школу полосочку. Художников надо было ходить. Вот если просто покрасить, это я могу. А вот если надо какой-то узор нарисовать. Это вообще. То это сложно. Я знаешь, я люблю рисовать, знаешь? Я покажу. Вот так. А мастерам могу показать. Ну что, вот так ты хотела? Вот такая полосочка. Я не уверен, что это красиво. Ну, пусть будет. Я хочу тоже что-то нарисовать, только на спинке. Давай седло нарисуем.
Желтое. Может, желтое седло у нас будет? Давай желтое. Желтое седло. А у нас красного ничего нет. Красного ничего. Давай красное седло. Давай красное седло. Я придумала, что будет красным. А мы кисточку и красное седло. Держи. Вот здесь у нас будет седло. Красное седло, синяя грива и... Золотой рог. Золотой рог. Красота. О. Ну что, друзья, нравится вам наш единорог? Единорожек. Давай его развернем. Если нравится, то ставьте лайки. Ай. Я зацепила. Я хвост зацепила. Я хвост зацепила там. А, ну ничего. Точечка. Ну что, друзья, ставьте лайк, если вам понравился единорог. Единорог. И расскажите в комментариях. Может быть, вы тоже так проводите время с семьей, с родителями. Расскажите нам, как вы проводите время с родителями. Или проводили. Или проводили, да. Или как вам нравится проводить время. Все, всем пока. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока. Пока. И на единорога поставьте лайк. Поставьте лайк нашему единорогу. Ставьте лайки. И расскажите в комментариях, как вы проводите время с семьей и как вам нравится проводить. Или проводили. Или проводили, да. Все, пока.